Так, доброго времени суток. Сейчас 26 июня. Город Воронеж, Масловка. Едем в сторону дачных поселков, 604 километр. Проехали дачи. Дач проехали. И сейчас мы едем строго на юг, как в знаменитом канадском сериале про конных полицейских. Мне эта дорога всегда нравилась. Вот. Ну, видите, люди идут по обочине. В принципе, всем плевать. Что тут у нас еще такого? Вот тополя, кстати. Мне вот чем нравится вот этот участок, он необычайно зеленый. Я недавно смотрел, был в книжном магазине и нашел книжку «Воронежский трамвай» в 1994 году. И что хочу сказать, город очень зеленый был, да, дороги хуже, да, дома были облезлые более, хотя вроде бы 26 лет назад это было в прошлом, должно быть наоборот, вроде бы по логике, но нет. А вот в 2020 году зелень как-то вот в Воронеже отсутствует. Очень обидно было, когда я это смотрел. Вот козочка, вот видите, сейчас мы проехали основную часть Масловки, вон там пекарня, если за солнцем видно. Тавровский ручей, так называемый, зацвел, зарос, но тем не менее. И мы въезжаем на территорию, это тоже Масловка, но это Буденный, так называемый. По левой стороне кладбище. Вот, собственно, ну вы вот не увидите тут с дороги. Ничего интересного не будет. Ну, в принципе, вот такое видео.